В Ярославской области выявлен первый в новом году случай бешенства. Животное, заболевшее этим смертельно опасным заболеванием, енотовидная собака, обнаружена в Угличском районе. Ее задушила домашняя собака, когда дикий зверь вышел к жилью. Диагноз бешенства подтвержден в лаборатории. В прошлом году зафиксировано 36 случаев бешенства среди диких и домашних животных. Последний в конце декабря в том же Угличском районе, причем аналогичный. Енота, пришедшего в деревню, загрызли два хозяйских пса. Случаи бешенства на территории Ярославской области выявляются регулярно. В печальной статистике и две человеческих жертвы. В третьем году от бешенства умер мужчина в Переславле, в шестом – женщина в Рыбинском районе.